Хамус Иннокентия Готовцева-Саха, он же якут. Если посмотреть на хамус таким образом, то мы видим, что его форма напоминает мужчину в национальном якутском костюме. Хамус хранится в традиционном для готовцев футляре, деревянном. Язычок находится в углублении, есть крепежи. Что можем сказать про этот инструмент? Он не очень большой, у него рама вырезанная из металла, язычок крепится на болт. Профиль самой рамы тоже традиционный для готовцева, то есть язычок находится чуть в углублении всей толщины рамы. Вот вы видите, здесь получается такая ложбинка. Вот в таком виде можно посмотреть на профиль язычка. Собственно, у самого язычка односторонняя заточка, все это дает характерный трескучий звук, который так любят любители якутского стиля.